Всем привет, с вами Роман Раскольников. Сегодня мы играем в The Godfather 2. И, в общем-то, нам нужно взять в нашу банду еще одного нового бойца. Так, собственно, у нас есть метка, куда нам надо ехать. Но для начала мы поговорим... Так, с ним сначала поговорим. Выше нос, Фреда. Ну что с тобой? Ничего. Майк посылает меня во Флориду помочь в одном деле с отелями. Ты отлично там справишься. Кто у нас разбирается в бизнесе лучше, чем ты, а? Может, ты и меня чему-нибудь научишь? Спасибо. Первое правило – надо договориться с полицией. Дать кому надо на лапу, и если возникнут какие-то неприятности, это сразу окупится, сбережет силы и время. С полицией надо дружить. Так, возможно. Заведение Кармина похоже на крепость, но для профессионала это не проблема. Нужен инженер или взрывник. Семье нужен приток свежей крови. Новый боец? Отлично. Люди тебе понадобятся, поверь мне. Так, где найти? Мне нужен самый лучший. Ты знаешь Нью-Йорк дольше остальных. Где водятся самые-самые? Да, видел я этих оболтусов около твоих заведений. Они надеются, что ты их заметишь. Копишь? Поэтому чаще бывай в своих краях, присматривайся к людям. Попадаются и одинокие волки. В общем, поиск желающих вступить в семью нельзя прекращать никогда, Доминик. Мне нужны подходящие. Мне надо выбрать правильного человека. Посоветуешь специалиста? Это смотря для чего он нужен. Если надо устроить большой фейерверк, тогда бери поджигателя или подрывника. Если речь не о драке, тогда подойдет грамотный механик или медвежатник. Или вот, возьми медика или киллера. В любом случае не ошибешься. Так, киллера. Не, ну, медик у меня есть, он бесполезный, ничего работать не хочет. Парень, ты когда-нибудь моешься? Чтобы взять этот объект, нам нужен спец. Взрывник или медвежатник? Я это без тебя знаю. Потому мне нужен еще человек. Не волнуйся, если что. Всегда есть дробовик. Так, ну... Медвежатник. Кстати, я не против медвежатника. Можно будет ограбить банк. Так, ну... Я думаю, вот с этим чуваком надо поговорить. Так, он. Возьмите Билла Барди в семью. Так, я так полагаю, он подрывник, да? Ты хочешь быть частью жизни? В смысле нашего дела? Могу взять. Я лучший. Не веришь, спроси у людей. Так, ну давайте, я, хоть у нас нет выбора, мы его по-любому должны взять. Давайте сделаем вид, типа, мы сначала узнаем, а потом уж возьмем его. Не то, что мы не сразу пришли брать его, а подумаем. Какой у тебя опыт? Ну, давай, рассказывай о себе. Убалтывать баб – целое искусство. Бабы меня любят. Я оставляю их без копейки, и они не в силах сопротивляться моему шарму. Чем это поможет в нашем бизнесе? Итак, в чем ты у нас мастер? Я все знаю о взрывчатке, о том, что бабахает. Иногда без этого никак, сам понимаешь. Так, профессия взрыва. Так, подрывник может избавить от атак от таких преград, как железная дверь и бетонная стена. А главное, он способен заложить бомбу прямо в газовую магистраль здания, чтобы полностью вывести его из строя. Я думаю, неплохая профессия. Ты нам ну подходишь. Что, займемся делом? Ты да, теперь ты часть семьи. Окей, нам пора заняться последним заведением. Так, нет, я уже научился. Ты слишком поздно обучение этот, обучаешь меня. Я уже этому научился. Слышь, хорошая игра. Пора новичку показать себя в деле, Доминик. Пошли. Ты что там творишь? Я тебе говорю, пошли. Какого что надо? Тебя? Ты почему сдаешь снизу колоду? О чем ты отлично, думаешь? Отлично, пора заняться последним заведением.
Вы что творите? Улыбнулся бы, что ли? Эй! Что у нас в меню? Ты нам не нужен. Я все. Слышь, вы что творите? Нам ехать пора. Интересно, что он называет истеблишментом? Я вообще не понимаю, о чем ты. Вообще охренел, смотрите. Спрашивала обо мне? Он везде объявляется. Окей, Доминик, на очереди большой бордель. Кармина не успеет очухаться. Ну, конечно. Кармина не настолько туп. Он поймет, что это мы. Но мне плевать. Приступим. Чего испугались-то, кутка? Так, дурацкая музыка. Так, куда нам вообще ехать-то? Это почти рядом с нашим домом. Так. Я, походу, поехал. Ладно. По-другому поедем. Я опять не так поехал, как я прям в прошлый раз. Думаю, ничего не такого не случится. О, там вниз можете спускаться? Везде эти чулочные пояса. Так, где хочу, там паркуюсь. Я босс. Закрыто? Вы что закрылись? Эй, открывайте, босс пришел новый. Я слышу, что вы там. Так. Кстати, вот картина прикольная. Установить бомбу на машину? А для чего это нам? Вот он! Мужик, любишь кофе с кровью, а? Так. Какой из вас охранник? Смотрите, как я спокойно прошу. Так, черный ход. Но зачем нам устанавливают динамит? Мы что, здание, что ли, хотим подорвать? Так, ну давай, у меня тут есть кое-что. Адьямо. А, вот я так могу приказывать вам. Так, давай. Заложи заряд. Время у нас есть, но точно, стоит это все общий же доход. Я зря там поставил. Я в минусе. Отлично. Чистый доход. Будем взрыв! Только надо убегать. Кто тут все вычистит, когда так ты стохнешь? Так, не сильный взрыв. Так, уже перестрелка, да? Так, это все? Так, где там? Вы зачем убиваете людей простых? Охрана называется. Где вы все? Ой, опять эта музыка. Так, вот так. Так, надо убегать. У вас джина не найдется? Давайте, убей, бегите сюда. Ты что тут? Нужно было бежать, пока ты что здесь делаешь? Или нет? Сюда тут приколенный сидит. Ну, кто следующий, а? Мы не можем вечно сидеть. Так, сквозь эту стенизацию, да? Следующий взорвет тебе мозг, идиот. О, у нас есть черный ход для отступления. У нас есть план отхода. Так, не то. Так, Томпсон.
Ну все, держись. Что ты творишь? Нет, не надо. Так еще и добивания разные, оказывается. Так, мужик, кто там стреляет? Пушку. Ах ты. Так, где еще? Так, хорошо. Осталось 3 человека. Так, они, наверное, наверху. Нет, их здесь нет. Где они? Они в комнате, да? Недоступны. А, я понял, в те комнаты, которые можно заходить, ручка моргает. Так, остался один. Так, а я забыл, но запрыгивать же нельзя. Ну-ка, теперь можно? Да, все можно. О, Джин. А мне он больше не нужен. Так, хорошо. Здорово. Эй, я пытаюсь облагородить это место. Ты хочешь, чтобы твои девочки пострадали? А зачем тогда платишь этим уродам? Переходи ко мне, окей? Убирайся. Я тебя не боюсь. Так, ну-ка. Не заставляй убивать тебя. Хорошо. А если... Может перекроить тебе рожу? А если... Что угодно, только не это. Ого. Не надо меня бить. Надо, хватит. Надо. Я заплачу. Надеюсь, они оба вырубятся. Ладно, все, 2000. Не Давай. Нужно так делать. Поверь, ты же не хочешь для себя страшных мучений. Ладно, хочешь мое заведение, забирай, оно твое. Отлично. Так, вы захватили новую группировку. Так, бонус группировки Кастет. Вы и ваши бойцы смогут наносить больше повреждений в ближнем бою. Каждый подконтрольный синдикат приближает тебя к вершине. Заметь. Ты получаешь бонусы, вроде бронированных машин или кастетов. Но если потеряешь хотя бы один бизнес в группировке, бонуса нет. Да? Чтобы удержать заведение, можно нанять охрану. Можно послать туда члена семьи для защиты. Бригадир сильнее нескольких охранников, но защищая объект, он покидает твою команду. Это относится и к тебе, и к твоим врагам. Если у них есть бонус, который тебе мешает, отбей у них один бизнес. И бонуса нет. И если у тебя не хватает людей, чтобы отбить бизнес, попробуй его подорвать. После взрыва бизнес закроется на время, и враги потеряют бонус. Наконец, следи за тем, сколько охраны держит враг. Бей по слабым местам. Думай наперед, все планируй, и твоя семья будет на коне. Это отлично. Рада вас видеть. Вот это другой разговор, сразу по-другому разговаривать стали. Так, максимум, так, какой у вас... Как я узнаю, сколько я здесь получаю? Пока что... Давайте 8 охранников. Я опять больше плачу, чем получаю. Так, я где-то еще там неправильно сделал. Я где-то слишком много охранников поставил. Я вот в это маленькое местечко слишком много охранников поставил. Так, 6, давайте пока 4 поставим. Это-то побольше места будет, да? Это ресторанчик, так что здесь много охраны не нужно. Так, ну-ка, подождите. А, сколько я? Я в плюсе на 144 доллара всего лишь-то. Так, хорошо. Не упускай из рук бордели. С ними намного веселее, чем с другими монополиями. И топы там намного счастливее. Так, захватите другие заведения. Что тебе? Тебе никто не звонил? Так, теперь дверь открыта всегда. Так, нам план отступления не нужен.
Еще бы, босс, Кармина страдает теперь. Конечно. Ему резко поплохело. Кто тут поставил машину посреди? Как я выезжать должен? Подвинься, не надо меня бить. Хватит возиться, дом. И вынесу. Я вообще-то машину бил, ты сумасшедший. Ясно. Эй, бомбу ставь. Окей, босс. Бомбу поставь. В следующий раз будет думать, прежде чем перегораживать дорогу боссу. Вот дерьмо. Не бей меня. Ну чё, ребята, уходим через черный ход. Сейчас менты приедут сюда. Не, я хочу на это посмотреть. Так будет с каждым, кто паркуется неправильно. Это так любуется на свою работу. Теперь это монополия наша. Только не музыка. Не люблю, когда музыка играет. Ютуб злится. Так, на моё заведение напали. Так, как посмотреть? Так, вы что творите? Ребята! Так, у нас небольшие проблемы. О, деньги. Мне не хватает на зарплату для охранников. То есть я все трачу на зарплату для охранников, чем мне охранников еще не хватает. Так, ладно. Так, это через дорогу, это недалеко. Давайте быстрее. Быстрее, пока там меня не убили охранников, а то мне много. Кармина Розата пытается вернуть свой бизнес, его надо остановить. Лишь бы я зарплату еще не успел заплатить. А то если я им заплатил зарплату и... Чё вы творите? Где ты? Укрыти. Ах ты ж пада. Блин, он все еще там. Он никуда не уйдет. Да что ты там стреляешь, ты его все равно не убьешь пока что. Ты палишься своим значком над головой. Как мафиози прям. Так, бежим, у него ствол! Убегаем, пока мы не приехали. О, деньги. Так, нам надо по телефону поговорить, да? Мне это снится. Уйди. Не бей меня. Не мешай поговорить. Фрэнк, это ты? Я знаю, где это. В центре есть старый квартал. Встретимся там. До скорого. Чужие разговоры некрасиво послушать. Господа. У нас этот машины теперь нет. Слышь, а где еще один? Вон там. Я тебя прикрою. Где вы все? А, вот он. У меня предчувствие, Доминик. Кармина Розата что-то затеял. Под ноги надо смотреть. Извините. Бордюр спотыкнулся. Я сам могу это поправить. Круто. Я хорошо разбираюсь в мойках. А, погуляем по улице. Побегаем, точнее. Мы тут пробежкой занимаемся. У нас... машина осталась в другом месте. О, маш, бронированные. Блин, если они узнают, что я играл, вышвырнут меня из дому. Ух ты, опять выиграют. Время есть? Вы все проиграли, чуваки. Так, теперь надо убегать. Сам себе стирает. Босс мафии ворует деньги у каких-то этих игроков.
Так, мы тут недалеко. Эх, чё мы все время на машине, да на машине? Нужно хотя бы пешком прогуляться, пробежку устроить. А если честно, я просто машину забыл. О, здорово. Фрэнк, что мы тут делаем? Это твой новый дом. Вот тебе ключ от дворца. Дворец. Просто какая дыра. А ты что, махараджа? Это не Тадж-Махал. Это конспиративная квартира. Надо снять с хвоста копов. Приходишь сюда. Надо пушку, патроны. Опять же едешь сюда. Проходи. Это неплохо. У меня новая квартира. Так, ну теперь можно нормально ходить. А, да, это конспиративная квартира. Я забыл, как это называется. Но мне напомнили. Так, я думаю, это ты мне ее решил подарить, да? И ты еще хочешь поговорить со мной? Почему мы встречаемся здесь? Нам что-то угрожает? Нет. Просто хотел передать тебе квартиру. Она принадлежала Луки Брази. Ну, как он я работал и думал на моего отца. Это хорошее укрытие. Мы Дон и Майкл. Мы не можем просто так исчезнуть. Нужно отомстить Кармина. Пусть заплатит за все, что он сделал. Это может привести к войне, но я с тобой согласен. Да, ты прав. Пора отправить ему сообщение. Договорились. Я уберу одного из доверенных людей Кармина. Они нападали на наше заведение, и этим все не кончится. Если я не разберусь с ними, будут новые нападения. К тому же потеря бойца ослабит семью Кармины. Надолго. Все в твоих руках, Доминик. Ты можешь убрать врага, когда сочтешь это необходимым. Семья подчиняется тебе. Так, хорошо. Давайте поговорим теперь с Фрэнком. Я начинаю действовать, Фрэнк. Пора убрать одного из бойцов Кармина. Отлично. Давай уберем всех. Всех, пока у нас есть силы. А, я сказал одного, а ты не всех. Кстати, у меня вот он на стукача был похож, но думаю, он нормальный. Так. Для начала мы убьем всех, Фрэнк. По одному. Но сперва нам нужна достоверная информация. Верно. Сначала надо собрать информацию. Где объект живет, где бывает. Поговорить с правильными людьми, может быть, оказать им какие-то услуги. Надо отправить ему сообщение. Лишь одного, Фрэнк. Но только навсегда. Пошли сообщение. Для этого надо его убить так, чтобы все обратили на это внимание. Обдумывай информацию. Задуши его. Или всади пулю между глаз, ясно? Надо запугать эту семью да икотой, иначе их не ослабить. Чтобы добраться до Дона, достань его бригадиров. Найти их непросто. Сначала нужно пройтись по улицам. Начни спрашивать людей. Если кто-то что-то знает, предложи ему услугу. Проверь генеалогическое древо, чтобы увидеть, что за данные ты получил. Эти данные подскажут тебе, где эти люди и как их лучше убрать. Важный пункт – условия убийства. Мало просто убить парня, нужно сделать это посланием семье. Человека нужно убить особым образом. Если промахнешься, его нельзя будет достать какое-то время. Но он вернется. Не промахнись на этот раз. И он в прошлом. Убрать бригадира – хорошее дело. Помни, что, как и в твоей семье, этих ребят могут послать напасть или защитить бизнес. Убирай их, и жизнь твоя станет много легче. Так, хорошо. Сейчас найдем человека, которому нужна помощь. Где моя банда? Точнее, мафия. Где я все? Хочу второго ребенка. Так, я думаю, мне с ними поговорить. Туда! Хрущеву, пора захлопнуть капкан. Где все? Ну ладно, давайте поговорим с ним. Смотрите, куда прете. Я так понимаю, у вас озабоченный вид. Я могу вам помочь? Слушай, хорошо, что спросил. Меня кинул один парень, по-крупному кинул. Мне нужно, чтобы его вздули. Может быть, рассказывай. Не волнуйтесь, рассчитывайте на меня.
Спасибо. В общем, я запал на одну девчонку, а глаз не сводит с другого. Он, говорит, симпатичный, с собственным домом. Хочу сравнять шансы. Поломай ему пальцы и поставь пару фингалов. Я обещаю, что в долгу не останусь. Договорились. Да. Французский с субтитрами? Не пойду. О, машина. Ого, притормози. Гляди, где вы были все? Пошла. Да ты задолбал. У тебя на это было достаточно времени, пока я разговаривал. Так. А, вот он. Так. Разборки – это очень простая услуга. Разберитесь с нужным человеком и любыми доступными средствами. Тут тебе не футбол. Подвинься. Чё, слишком богатый, да? Офигел? Это всё? Так, чтобы навсегда избавиться от доверенного человека из вражеской семьи, убейте его тем способом, который указан в условии убийства. Пригнись. Так. Иисус и Мария! Что? Я бы на твоем месте уже давно бы убежал. Следующий? В следующий раз научишься. Так. Все скоро кончится. Я ему, походу, уже ребра сломал, поэтому... Давайте поедем, у нас есть другие дела. Мы убрали большую... Так, что нам нужно сделать? А, так, дополнительно. Нам нужно его как-то убить, да? А, так. Маниакальный игрок, который вечно ввязывается в неприятные истории. Чертовски везуч. Ну, я не думаю, что он чертовски везуч, потому что... Он связался с нами, и мы его убьем. Так, удавите гада. Так, я так понимаю, его надо задушить. А как его душить-то? Так, давайте. Печать смерти. Шишку из семьи Розата. Начнется война. Это нормально. Так и должно быть. Надо иногда устраивать чистку. Шеф, пусти меня за руль. Так, он тут недалеко. Я вожу. Ой, музыка, вечно эта музыка. Так, о, он один, да? Так, как нам тебя задушить? Удушение, нажмите, удерживайте. Так, чтобы сходить врага, чтобы задушить его, нажмите. Сюда! Вот так вот все просто, да? Так, ну все. Так. Назад. Ну все, мы убили бойца, мы сделали войну. Так, кто что-нибудь видел? Никто ничего не видел. Берись! Слишком сильно не давит. У тебя проблемы? Прошу, ты тоже хочешь к нему отправиться? А теперь иди по своим делам и не нападай на тех, кто не по силам тебе. На этот раз, связавшись с тобой, скажи, Кармин Розата очень живым. Крепко влип. Связавшись с нами. Отличная работа. Случайно. Ух ты. Медики. Вот как медики работают. Так. Интересно, что сделает Кармине. От него ничего не слышно? Эту музыку дурацкая заказалась, так вот мне звонит. Алло. Это Доминик? Да, кто это? Кармине Розато. Кармине? Слушай, я извиняюсь за тот налет. Парни у меня горячие, а за всем не уследишь. Лучше бы вправили им мозги. Да, понимаю. Доминик, я хочу мира.
Может, договоримся? Да, слушаю. Только не по телефону. Встретимся в таверне у Ричи. Сядем, спокойно поговорим. Так. Собственно, Кармина Розата нас испугался. Тут медсестра ходит. Так, ладно. На этом мы закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. Всем пока. Обычные люди вроде нас.